Полуфинальные игры первенства России по волейболу стартовали в Нефтекамске еще 7 декабря. Тогда на турнир заявились 8 команд из Самары, Пензы, Кирова, Оренбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Альметьевска, а также из нашего города. По результатам первых игр финальную часть соревнований прошли волейболистки из 4 городов, в том числе и из Нефтекамска. 11 декабря всем им предстоит побороться за призовые места. Ведь именно тройка лидеров сможет пройти дальше в финальные игры первенства России, которые пройдут с 15 по 25 февраля 2014 года. Отметим, что по оценкам специалистов у «Нефтекамок» есть все шансы, чтобы попасть на престижные соревнования. Ведь местную команду «Олимп» считают не иначе, как базовой для создания сборной Республики Башкортостан по волейболу. А 7 воспитанниц «Олимпа» сегодня играют в составе ведущей уфимской команды «Уралочка».